Жертвами мощных снегопадов на восточном побережье США уже стали как минимум 10 человек. Все погибли в дорожных авариях. В одной только Вирджинии всего за 4 часа зарегистрировали почти 1000 ДТП. Коллапс в аэропортах, отменены почти 8000 авиарейсов, в том числе в нашу страну. В Вашингтоне остановлен весь общественный транспорт, включая метро. Закрыты госучреждения и школы. В магазинах пустые полки. Многие впервые узнали, что такое дефицит. Пустые полки, как в Советском Союзе. Я просто в шоке. Думал, пересижу пургу в сытости. Я зашел купить продукты, а тут шаром покати. Еды вообще нет. Я ухожу с пустыми руками. Похоже, мне придется доедать то, что осталось дома в холодильнике. Тем временем без света уже остались более 130 тысяч домов. Линии электропередачи покрылись толстой коркой льда после дождя. Часть проводов порвали снесенные ветром деревья. Режим чрезвычайной ситуации введен уже в 11 штатах. Синоптики меняют свои прогнозы в худшую сторону. Похоже, только в столице выпадет почти метр снега, а не 60 сантиметров, на которые рассчитывали коммунальные службы.